И идешь в банк, и у тебя выясняется, что у тебя тот старый первичный паспорт СССР 96-го года раньше был недействительный, а сейчас является действительным. Да, именно. Ничего себе. А поскольку меня как бы нету в базе данных, то есть судебные приставы это дело, я уже объяснил, кладут в стол и все. И на этом все закончено. Мой паспорт самый первый, который мне выдавался Советского Союза. Я иду к ним опять же в Сбербанк, и мы проверяем этот паспорт, и он опять является действительным. Ну, интересно, интересно. Не считаю себя физлицом, себя считаю живым человеком. Там, где вход, там и выход. Сдал на обмен и его, то есть, не получал. Признали ошибку, я не нуждаюсь в опекуне. А ручку какую использовал? Да, я ничего не платил. Шикарное решение. Я в систему МИР не вношусь. Я выпадаю из юридического поля Российской Федерации. То есть я в эту систему не попадаю. То есть юридически меня в Российской Федерации как бы не существует. Юридическим претензий предъявлять некому. Я обрубил им концы, а истребовать не с кого. То есть они даже исполнительное производство не могут открыть? Да. На госуслугах у тебя по нулям все? Все по нулям, да. Он отказался недействительным. И я уже без паспорта почти год. Паспортом РФ не пользуешься, да? Займил себе паспорт СССР. Я опять вернулся в юрисдикцию СССР. И у меня заработал этот паспорт Советского Союза 96-го года. На данный момент действительно. Акт об уничтожении истребовал? На самолете летал? Водителю предъявлял. Глаза на лоб не вылезли? Ездил я на электричке в РЖД, да. Я покупал билеты по этому паспорту. Да он тебя является недействительным. У нас сейчас другое государство. Открыли ей в Сбербанк еще. Забирали сотрудники полиции, проверяли все и отпускали. Объяснение, протокол. А ты не думал через суд продавить? А как ты в суд заходил? Налоговая подала на меня в суд. Они этот пункт сняли. Я пришел опять в суд через полтора часа. Настырный. Он вскочил и удрал. Первый акт он закрыл. Водительское удостоверение, как удостоверение личности. Они сразу в агрессию все орать, визжать. У меня на данный момент два действительных паспорта. Вот так большинство народу развели.